Отдел полиции Межмуниципального управления Оренбургска поступило сообщение из одного из магазинов о покушении на тайное хищение наборов конфет, которое было обнаружено по камерам видеонаблюдения сотрудниками указанного магазина, которые увидели, что гражданин спрятал под свою одежду наборы конфет и именную кассу направился на выход, где был задержан сотрудниками данного магазина. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ. По данному факту предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 2 лет.